Президент Российской Федерации Владимир Путин. Закадровый голос убирается. Уважаемые молодожены, Серафим и Евдокия, вот и настал тот час, когда я с гордостью могу поздравить вас с законным браком. Сегодня вы стали мужем и женой. И я хочу выразить свою благодарность и, конечно же, безусловно, признательность Серафиму Матрасовичу за огромный вклад в развитие важного направления экономики нашей страны в сфере рогов и копыт. Для тех, кто этого не знает, повторяю еще раз, производство рогов и копыт является самой эффективной, самой стратегической фишкой в нашей стране. И ключевой фигурой этого направления является, безусловно, Пупкин. С этим человеком я не раз ходил в разведку. Надежный. Не знаю, ни разу в разведке он меня не подвел. Потому что не знал, куда нужно меня подводить. Дорогие мои молодожены, от всей своей президентской души я поздравляю вас. Иначе и быть не может. Если у вас есть какие-то проблемы, всегда обращайтесь. Разумеется, я всегда помогу, чем смогу. Просите, и дано будет вам. Ну, конечно же, очень надеюсь, что у вас все есть. Желаю вам счастья, здоровья, конечно же, успехов в труде. Надеюсь, вы не тунеядцы. Я поздравляю вас с торжественным днем свадьбы. Специально по такому случаю я заказал праздничный салют. Разумеется, за ваш счет. Это необыкновенно красиво. На это стоит посмотреть. О деньгах можете даже не беспокоиться. За ними придут завтра. А сегодня наслаждайтесь салютом.